Добро пожаловать на канал Hard Info. Передо мной находится устройство Motorola Moto G52. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон на данном устройстве. Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звук и вибрация». И далее мы можем здесь настроить рингтон для симок номер 1 и номер 2. Мы можем выбрать то, что нам предлагается, и также нажать «Добавить рингтон» и добавить его, например, из нашей какой-то музыки, но у нас ее нет. Нажимаем «Ок», и то же самое мы можем проделать для рингтона сим 2. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.